Хей, йоу! Всем привет! Мы продолжаем играть с тобой Plants vs. Zombies 2. И если ты прямо сейчас поставишь лайк за 3 секунды, мы пройдем 5-й уровень и еще дойдем до огромного босса! Раз, ставь лайк быстрее! Два, ставь лайк быстрее! Три! Молодец! Начинаем с 5-го уровня, мы продолжаем. Если кто не смотрел предыдущую серию, прямо сейчас нажми и посмотри. Посмотри на подсказках. User Dive Tape! Ой-ой-ой-ой-ой! Хорошо! Поехали! Новая волна этих зомбарей нападают на нас! А в общем-то, нам надо быть осторожным! Давай, солнышко забирай! Солнышко нужно забирать, но уже нападает один челик. Так, стреляй! Стреляй, моя растенька! Растенька, стреляй! А в общем-то, картошечки тоже нужно ставить. С картошками мы можем спокойненько обороняться. Так, а когда следующий? А, вот, следующий зомбарь пошел отсюда. Прямо рядом с этим растением. Это хорошо, тут тутанхамон вышел, смотри. Мощный, мощный на самом деле. Мощный зомбарь. Он какую-то палочку держит. Смотри, мы стреляем еще в ограждение. Так, я предлагаю вот этих штук тоже запустить. Но прямо спереди их. Прямо спереди. И... О май гад. Они реально, они что-то... Давай, ребята, вы успокойтесь. Ребята, не надо так нападать резко. Чел с... со значком. Что за приколы? Так, я предлагаю поставить. Давай, дай мне еще. Отлично, это сюда. Так, я надеюсь, что это победит растение этого огромного челика с значком на голове. Так... Вообще было бы хорошо, на самом деле, поставить вот эту штуку сюда. Отлично. Нет! Только не гаси мое растение! Ах, отлично, как хорошо! Забираем. Так, я предлагаю оборонительную систему улучшить. И поставить вот эту штуку, да? Так, откуда? Отсюда поехали. Отлично, стреляй. Воу, там какой-то, смотрите, исследователь. Зомбарь! Чё-то как-то жесткий он! Чё-то жесткий он! Давай еще поставим сверху. Наша цель это сегодня обороняться, ты ж знаешь! Ой-ой-ой-ой-ой! Что происходит-то? Как их тут много! Так, я предлагаю запустить бомбежку с этой стороны! Как это круто! Так, ребята, загасите этого зомбаря уже! Чё-то он слишком какой-то притливый! Отлично. Смотрите, исследователь с факелом уходит. Он жесткий, он реально жесткий. Отлично, в принципе, убрали его. Так, давай с этим значком. Загасите этого зомбаря значком. Он капец не самый приятный. И у него реально этот значок дает защиту. Как это возможно? Так, забирай. Монетки тоже собирать будем. Монетки тоже нужны. О, у нас новый какой-то растение. И это заморозилка. Да-да, он замораживает. Да, правильно ты услышал. А и мы сейчас его испробуем. Для этого мы должны перейти на 6-й уровень. А как это сделать? Хочешь попробовать? Давай я тоже попробовать хочу. Этого заморозилку. И у нас сейчас босс будет. Готовы к боссу? А давайте купим вот этого египетского челика за 20 кристалликов. Что это значит? И... А, по 5x100! Еще плюс x4 этих штук! Новых! Смотрите! Это ударники! Я хочу попробовать, как они будут себя действовать. А, ну в оборонительной системе. Я думаю, тебе тоже интересно. Я предлагаю начать. Ага, мега-зомби-мозг. Что-то пишет какое-то исследование или что? Ладно, мега-зомби-мозг, подожди. Кто нас сейчас ожидает на арене нашей? Кого мы будем спасать? Что за зомбарь-мутант? Твою ж дивизию, ставь сюда. Ставь вот сюда. Сейчас будем этого зомбаря-мутанта останавливать. Подожди. Что-то мне совершенно не нравится этот мутант. Будем, короче, ставить эти штуки прям поперек, да? Давай.
Ага, стреляй. Глянь, какой ушлый, а. Так, куда поставим? Вот сюда ставь быстрее. Отлично, на всякий случай. Так, это сюда. Это сюда. Опа, забери. Отлично, но пока что заморозился. Крутая штука, действительно. Все, мы поперек всех поставили. Наша тактика — ставить поперек, и чтобы они не проходили. Так, замораживаться где будешь? Давай заморожишься вот тут, наверное, где-то. Вот тут давай заморожишься. А, нет, тихо, не пропусти. Нельзя пропускать. Так, стреляй, стреляй. Вот это сюда поставим. Так, замораживаешься, yes. Заморозка, картошку поставим еще, не забудь. Ах ты, вихрь напал. Картошка. Заморозка и картошка, отлично. У нас пока все хорошо идет вместе с тобой. И это замечательно. Заморозку, да, поставим тут. Смотрите, челики пошли. Какие-то жесткие. Заморозку, да, заморозки очень крутые. Они мне нравятся, на самом деле. Вот как мины работают, да, тоже хочу узнать. Пока что они не взрывались. Они не взрывались. Так, картошечка. И вот сюда. Отлично. Все круто. Все хорошо. Все замечательно идет пока что, и это круто. Картошку не кушай. Не кушай мой огород. Слышь, зомбарь, ты зурел, что ли? Иди в свой огород и ешь там свои мозги. У них, наверное, огород, знаете, весь в мозгах. Он реально весь в мозгах. Так, заморозку давай поставим сюда. Прям неподалеку, да? Вот так вот. Ребята, до свидания! Вау, вот так мне нравится больше всего. Так, давайте, ребята, тащите! Шестой уровень, это надо тащить уже, а? А то, блин, слишком как-то будет позорно. Поставили заморозку. Заморозку куда-нибудь поставь. А, отлично. Ой, что происходит-то, а? Ля-ля-ля-ля-ля. Предлагаю. Ох, как нападают. Ты смотри, ушлые, а? Предлагаю вот сюда. Поехали. Этого тоже. Этого тоже. И смотрите, что я сейчас сделаю. Это будет мега слитки. Действительно, что-то, нечто происходит сейчас. Я не знаю, что, но кажется, мне нужно запускать еще один ураган. Отлично. Так, заморозку поставили. Ага, ага. Этого челика будем отсюда ожидать. Хорошо. Да ё-моё, огромный чел вышел. Стреляй. Так, блин. Вот мину поставить бы, да? Мину поставил, yes. Заморозка, yes. Как хорошо, и все вовремя. Стреляй. Отлично, смотрите, у нас просто оборонительная система. Так, челик, ты тут не очень стоишь. А, что за кошка вышла отсюда? Так, покупай, стреляй. А, что за какашку он выплюнул? Вот, блин, а? Заморозься. Заморазывайся быстрее. Нет. Прошу. Я тебя прошу. Так, я не знаю, сюда поставим пока? Капец, что происходит? Или мы сделаем вот так? Ху-ху-ху. Е-бой. Все, изи. Забрали. Этот тур мы прошли. И действительно было реально круто. Это было реально круто, но огромный зомбарь, он напал на нас. Но мы хоть как-то вместе с тобой мы пробились. Это замечательно. Седьмой уровень у нас остался, да, еще есть. Так, давай посмотрим. Мы одного босса прошли. Перепрыгнули через одну деталь. И в принципе мы можем проверить, что у нас тут. Давай посмотрим, вот, плей какой-то. Смотри. Какой-то новый секретная мини-игра? Или что? Кажется, это будет интересно. Смотри, а чё так изи? Подожди-ка. Это же легко. Там ребята изичные. Так, давай немножко мы увеличим и так. Так. Поставим это сюда. Это сюда. Смотрите, зомбари пошли, пошли, пошли. Какие, а? Ушные пошли. Так, и наша штука стреляется, в принципе.
Вот сюда, на передовую поставим, на передовую. Мы не должны пропускать. Так, сюда. Сюда. Картошка. Не, картошку не надо ставить. Пока она бесполезная на начальном пути. Ее лучше не тратить, в принципе. Смотри, что происходит. Глянь, что происходит просто. Ты посмотри, а. Собрали все штуки. А пока что все хорошо. Пока что вроде все нормально идет. Так, сюда поставь. Солнце нельзя забывать. Солнце мы собираем. И нам дается дополнительно действительно штуки. Штукенции. Так. Как хорошо все идет, а, глянь. Шторм, шторм, шторм. Надо быть осторожным с этим штормом. И поехали! Бум! Разбили все. Отлично. Собирать не забываем. Так. Не знаю, поставим сюда, наверное. Пусть кушает, да? Нашу картошечку. Не жалко, не жалко. Одному зомбарю не жалко. Картошку потратит на него. В принципе, так. Да пусть кушает на здоровье картошку. Она все равно испорченная. Она настоящая, но она испорченная. Ха-ха. Зомбари-то тупые, не знают. Так, стреляем, обороняемся. Мы, смотрите, всю полную эту территорию заняли просто. Заняли просто территорию. Так, подожди, что? Так, изи? А почему так легко? Офигеть! Это было реально легко. У нас сегодня был зомбарь-мутант. Так, клейм. Давай посмотрим какой-то клейм, смотри. Yes! О, монетки дали. Еще улучшили нашу солнцедавалку. Да, это круто было. Это, смотри, новый уровень. Зачем я зашел сюда? Пока не знаю. Да, 8-й уровень, смотри, мы прошли. О, гибельский какой-то монстр, наверное, будет тут. И смотри, сколько тут уровней. Лянь. Это круто, ну мы продолжим в следующей серии. Хе-хе-хе. Если ты хочешь продолжение, напиши комментарий. Гоу продолжение. Зомби ВС растения. Пиши комментарии прямо сейчас, крутые комментарии. Твои комменты будут попадать на мои подборочки с планшетом. Все, всем удачи. Да, набрать всем позитива, всем хорошего. Делайте добро, не забывайте, будьте сильными, на позитиве. Всем пока-пока-пока.